Кайман Эда 36H. Японский профессиональный гусеничный снегоуборщик высокой производительности с гидростатической трансмиссией HST для средних и больших площадей. Кайман Эда 36H – профессиональная снегоуборочная машина на гусеничном ходу для уборки больших объемов легкого и тяжелого снега. Позволяет эффективно убирать снег в самых различных условиях. Производительность работы Эда 36H – 80 тонн снега в час. Так, за 30 минут можно убрать свежевыпавший снег высотой 10 см 67 парковочных мест. Снегоуборочные машины Кайман Эда оснащены комплексной системой удаления ледяного наста Icebreaker HST. Низкорасположенный центр тяжести снегоуборщика смещен в сторону ковша, что позволяет машине эффективно удалять нижние слои ледяного наста. Редуктор имеет цельный чугунный корпус и приводится в движение посредством карданного вала. Одним из решений производителя стало применение трансмиссионного масла 80W90, что дает владельцу существенную экономию при обслуживании. Кайман Эда 36H оснащен профессиональными двойными ленточными шнеками, изготовленными из легированной стали. Режущая кромка шнеков имеет агрессивные зубья. Шнек имеет три точки опоры. Данная конструкция имеет высокую прочность и правильную геометрию. Использование гусениц обеспечивает высокую проходимость на всех типах снежного покрова, вне зависимости от его глубины. На моделях Кайман Эда 36H установлена японская гидростатическая трансмиссия с бесступенчатой коробкой передач. Для гарантированного запуска при низких температурах до минус 36 двигатель оборудован электростартером с аккумуляторной батареей. Режущие диски, установленные по краям шнека, снижают сопротивление при уборке снега и обеспечивают плавный ход. Две гидравлические муфты сцепления, встроенные в трансмиссию, позволяют оператору управлять машиной, быстро убирать снег с высокой точностью и без усилий выполнять поворот на 180 градусов. Новые галогенные фары Snow Light обеспечивают стабильную плотную световую заливку в темное время суток. Окно, установленное в ковше, позволяет оператору во время работы следить за состоянием шнека. Механизм аварийной остановки машины при движении задним ходом активируется оператором простым нажатием на рычаг. Область применения снегоуборщика Кайман Эда – загородные дома, торговые центры, спортивные и туристические базы, санатории и дома отдыха, городские парки, фермерские хозяйства –